Сударь, не хотите ли вы включить печку и погреться? Хочу. Давайте включим. Ой. Что надо сказать? Ой. Это отечественный автопром. Ни одной зимы мы не проездили нормально. Всего их было две, вот сейчас будет вторая. И как бы ни одной, ну, вот как зима наступила, сразу началось это. Спасибо, кстати говоря, тем механикам из Лайвиса, которые ни хрена не поменяли печку, хотя мы просили. Вот теперь придется нам еще одну зиму ездить с таким дерьмом. А самое главное, что она ни хрена не ломается. Ладно, да, нам она бы сломалась бы и вообще бы не работала, тогда бы нам бы ее поменяли. А она вообще не ломается, неубиваемая вещь. Вот она так визжит, но греет.